Возглавляет Барселону Тита Виланова. Его состав следующий. Вальдес в воротах. В обороне справа играл Дани Алвес, но он получил травму. В начале встречи его заменил Мартин Монтойя. Слева играет Хорди Альба. В центре Пике и Пуйоль. Ну а Барселона забивает тем временем первый мяч. Вот так Лионель Месси, оказавшись на свободном пространстве, сразу же наказывает Леванте за ошибку. Лео Месси, 18-й гол в чемпионате Испании в этом сезоне. Страшно подумать, 81-й в этом календарном году. 5 мячей осталось до установления нового рекорда, надо полагать, на все времена. Ну вот еще раз смотрим. Здесь явно не уследили за Лионелем Месси. Блестящая передача в разрез. Ну и вот оно пространство. Вот она свобода, которую нельзя давать Лионелю Месси на сантиметр, ни на секунду, ни на джоуль, ни на что. Лео Месси прекрасно первым касанием перебрасывает мяч через Густаво Мнуа, который вышел из ворота. 1-0. Барса повела.